Аллилуйя! Воздай Богу славу! У меня есть слово. Можно что-то помощнее, ребята? Начинаем! Воу! Мы на молитве! Аллилуйя! Ремоно секо то шеролей! Ремоно секо то шеролей! Наш Бог живой! Филиппийцам. Третья глава. Третий стих. Потому что мы те, кто воинственно обрезаны, кто склоняется к Богу через Его Дух. Мы гордимся Христом Иисусом и не полагаемся на человеческие заслуги или преимущества, обретенные с рождения. Мы гордимся Иисусом Христом. Он наш Спаситель. Давайте выйдем, примем хлебопреломление. Поблагодари Иисуса Христа. Поблагодари за то, что Он пришел в твою жизнь. Аллилуйя! Вся слава тебе, Иисус! Аллилуйя! Сегодня 278-й день молитвы. Воу! Ежедневной молитвы. Люди там выставляют какая-то 200-я молитва за 3 года. Мы верим, что церковь войдет в ежедневную молитву, что в каждой части церкви Иисуса Христа поднимутся ежедневные молитвы. Мы верим в пробуждение городов и стран. Мы верим, что каждый день люди будут приезжать в церковь и молиться за свои города и страны. Мы верим в новый сезон. Аллилуйя. Мы гордимся Тобой, Иисус. Мы гордимся, что Ты наш Спаситель, что Ты смыл все наши грехи и болезни. И мы молимся сейчас об одном, дорогие. Дух Святой побуждает сегодня молиться о том, чтобы все прошлое стерлось с нашей памяти. Аллилуйя! Мы будем молиться сегодня, чтобы старая жизнь больше никому не мешала двигаться вперед, чтобы то, что мы имеем сегодня, давало нам силы не вспоминать о прошлом, а двигаться вперед. Дальше и дальше идти, идти за Богом, идти в Его мечте. Аллилуйя! И прямо сейчас во имя Иисуса, всех, кто слышит эту молитву, я отрезаю именем Иисуса Христа от прошлой жизни. Во имя Иисуса, во имя Иисуса, новая жизнь, новая жизнь, новое мышление, новое понимание. Аллилуйя! О, Бог, спасибо! О, спасибо тебе! Спасибо тебе за то, что ты входишь в наши жизни с каждым днем еще больше и больше. Спасибо тебе, любимый. Новая жизнь. Облекитесь в новую жизнь сейчас, люди.
Я слышу голос Бога, Он призывает многих. Ты родился свыше, ты получил новую жизнь во Христе. Начинай новую жизнь, не оглядывайся назад, не анализируй прошлое, не сравнивай с сегодняшним днем. Пусть сегодня будет новое во имя Иисуса Христа. Освобождай новую жизнь, новое. Новая жизнь, новая жизнь. Аллилуйя, аллилуйя. Приди, Иисус. Приди к тем, кто сегодня на дне, кто сегодня связан рабством, кто сегодня не может встать из-за прошлых дел. О, Бог, ворвись в наши города, ворвись в наши страны. Аллилуйя! Прямо сейчас мы отсекаем именем Иисуса Христа все прошлые наши действия, все прошлые наши решения. Мы говорим новый день. Мы говорим новый день. Новая жизнь. Новое мышление. Новое понимание. Приведи, Иисус, в Твою мечту. Народы, целые нации захвачены в рабстве старой жизни, в рабстве старого мышления, понимания. Целые нации остановились познавать Бога, узнав одну грань. О, Бог, подтолкни нас вперед. Подолгни нас в новое начало, познание Тебя, Бог. Мы жаждем Тебя узнать в новом дне. Мы жаждем Тебя познать. Другие такие, какие мы еще Тебя не знали, Бог. Что-то сильное сошло сейчас. Мощная! Воу! Мы верим, что эта молитва коснется нации, коснется людей, которые сегодня остановились в старом дне. Да придет новый день, да придет новая жизнь. Новый день, новая жизнь. Свергается прошлое, меняется местами. Меняется местами понимание человека. Будущее, настоящее, прошлое. О-о-о-о. Вся слава Тебе, Иисус. Вся слава Тебе, любимый. Мы гордимся Тобой, Иисус. Мы гордимся Тобой, любимый. Что Ты пришел в нашу жизнь, Ты пришел на эту землю и показал свое величие. Ты поставил все на свои места. Ты показал силу небесную, Бог. Ты умер и воскрес за прошлое, настоящее и будущее.
И мы теперь дети свободные. Аллилуйя. Пусть приходит свобода. 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 Сила. Это сила. Это сила. Когда человек становится свободным, когда человек не зависит от мнения людей. Пусть рухнет дух рабства сегодня, который мешает сегодня молодежи, женщинам и мужчинам идти за Бога, идти в Его воле. Мы рушим тебя, дух рабства. Мы свергаем тебя во имя Иисуса Христа. Пусть приходит свобода. Yes. Новая жизнь. Я вижу, как это демонический дух контроля теряет силу и авторитет. Свобода. 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 Аллилуйя. Свобода. 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 Молись за свою свободу. Молись, чтобы прошлое сегодня не удерживало тебя в настоящем и прошлом, и будущем. День тебе сегодня не нужен. Негативный опыт, который ты приобрел в этом мире, он больше не будет тебе мешать. Новое! Новое, новое. Бог хочет говорить тебе к новому человеку. Бог хочет наполнить тебя новым. Будь новым сегодня. Будь новым. Прямо сейчас придут тысячи исцелений, когда человек оторвется от прошлого. Когда человек выйдет с прошлого, когда человек попадет в план Бога, ты получишь силу, сверхъестественную силу небес, ты получишь позиции, ты получишь мудрость Бога. Которые мы еще не были. Приведи нас, Бог. Приведи наш город в этот новый день. О, Бог. Мы жаждем Тебя, Бог. О, пусть сегодняшний день, 278-й день молитвы, он взорвет сегодня, взорвет времена наши. Бог, веди сегодня, веди сегодня.
сегодня Твой народ в настоящее, в Твое будущее. Призывай кровь Христа на свою жизнь. Иисус умер и воскрес за все твои грехи и болезни. Поверь в это. Будь обрезан сейчас. Будь обрезан сейчас. О, это духовное обрезание. О, это духовное обрезание от прошлого. Я слышу сейчас этот элемент, это духовный элемент. Многие люди, они так и не обрезаны от прошлой жизни. Я чувствую, прямо сейчас Бог отрезает тебя, обрезает духовно от проклятий, от болезней. Воу! Спасибо тебе, духовное обрезание. О, мы обрезаны тебе, Бог. Дорогие, сейчас это пророчески. Сейчас реально пророчески. Я чувствую, многие люди ждали этого времени. Многие люди нуждались в этом. В духовном обрезании. Ты должен это увидеть сейчас в духе. Ты должен это понять, что ты обрезан. Обрезан от прошлого. Обрезан от проклятий. От болезни. От нищеты. От пуда. От обмана. Ты обрезан от непрощения. Иисус стал твоим обрезанием. Он стал твоей жизнью. Принимай. Принимай этот пророческий элемент сегодня. Принимай свою жизнь. Многие люди мучаются. Мучаются, идя за Богом. Но Бог говорит: я дарю тебе сегодня новое понимание. Новое понимание. Я обрезаю тебя. Обрезаю тебя от прошлого во имя Иисуса. Воу! От твоих мыслей. От идей дьявола. Я обрезаю тебя во имя Иисуса. Я не буду тебя, говорит Господь, исцелять в твоих мыслях, в твоем прошлом. Я просто беру и обрезаю кровь Иисуса Христа. Свобода. Свобода. Свобода во Христе. Свобода во Христе. Пусть это выйдет в атмосферу городов и стран. Пусть эта молитва разлетится в духе. Пусть эта истина пробьет твердыни людей сегодня. Мы выпускаем эту свободу из лука и как стрела. Пусть поражает цель. Духовное обрезание на народы и нации, на людей, которые приняли Христа. Shout out.
дорогие, это реально пророческий элемент. Будь обрезан, прими сейчас, прими это обрезание, прими. Оу. Бог не будет исцелять твое прошлое, пойми. Бог хочет привести тебя в новое, в новое, в новое. И сейчас зависит от решения многих. Пойдешь ли ты в новое, или останешься в старом. Бог призывает сегодня делателей. Бог призывает сегодня тебя, сильного человека. Выходи, выходи. Выходи из той жизни, в которой ты прятался. Выходи, новая. Это ключ. Это ключ к победе. Это ключ к новым проектам. Аллилуйя. Я чувствую сейчас это время. Это время. Это время новых сезонов. В каждой жизни, в каждой семье Бог поднимает личности, Он поднимает делателей, которые пойдут за Ним в новое. Бог приготовил массу идей, которыми Он наполнит нас, наполнит нас. Идеи Бога будут приходить в разум, в сердце. Это будет сопровождаться знамениями и чудесами. Это будет сильно. Но Бог говорит, я хочу отрезать тебя от прошлого, чтобы прошлое не смогло повлиять на твое будущее и новый сезон твоей жизни. Я пророчествую это. Пророчествую. Каждую жизнь, тех, кто доверил свою жизнь Богу, принимай. Принимай сейчас этот элемент духовный. Принимай. Это жизнь, которая будет течь через тебя. Это сила, которая будет поднимать другие личности со дна. Это мудрость. Это обеспечение, это сверхъестественное. Аллилуйя. Аллилуйя. Thank you.
новое творение в Иисусе. Шекиросонулосея. Новое творение. Новое мышление. Новое движение. Шекиросонулосея. Шеросонулосея. Обновление. Шекиромосонусея. Обновление в Иисусе. Обновление Шекиромосонусея. Веди, Господь. Веди нас. Веди нас в новое. Обрезай сейчас все сухие ветки. Обрезай, Господь, старое мышление. Обрезай, Господь, все ненужные привычки. Обрезай, Господь, все, что нас удерживает от движения в новом, от движения вперед. Обрезай, Господь, обрезай, Господь. Ты наш садовник, ты наш садовник. Обрезай нас, Шекиросонулосея. Обрезай нас. Мы жаждем двигаться в новом. В свободе. Новое мышление. Новое мышление. Мышление сыновей. Мышление сыновей. Движение сыновей. Движение сыновей на этой земле. Сыновей Бога. Шекиросонусея. Двигай, Господь. Двигай, Господь. Двигай, Господь, нас. Шекиромонусея. Мы жаждем нового. Мы жаждем нового. Мы жаждем нового. Мы новое творение. Мы жаждем жить, как новое творение. Обновляй, Бог. Обновляй наше мышление. Обновляй наше мышление. Сотри все. Все старое. Все старое. Все, что держало нас. Все, что прилипло нас от этого мира. Обрежь, Господь, обрежь, Господь. Мы хотим двигаться в новом. Мы хотим двигаться в новом. Новая жизнь, новые дороги. Мы не хотим блуждать по старым дорогам. Мы не хотим блуждать по старым дорогам. Мы хотим выйти в новое. О, Бог, мы хотим выйти в новое. В новое. Обновляй нас, обновляй нас. Наше сердце. Обновляй, Господь. Мы нуждаемся в полном обновлении. Мы нуждаемся в полном обновлении. Перерождение в духе. Перерождение в каждой сфере. Перерождение в каждой сфере. Перерождай нас, Господь. Обновляй нас. Мы жаждем двигаться в Твоей силе. Мы жаждем двигаться, как сыновья. Мы жаждем двигаться силой и властью. Сыновья, сыновья, Шекиросонусея. Движение неба, движение неба, движение неба через наши жизни. Мы жаждем видеть движение неба через наши жизни. Мы жаждем видеть, как жизнь распространяется. Мы жаждем видеть, как жизнь захватывает. Мы жаждем видеть. Мы жаждем видеть, Господь. Обновляй нас полностью. Обновляй нас полностью. Полностью. Пусть люди смотрят на нас и не видят нас. Пусть люди видят в нас обновленную личность. Обновленную личность. Пусть эта сила, она притягивает. Она притягивает людей. Мы жаждем видеть. Мы жаждем видеть обновление в каждой сфере. Обновление в каждой сфере. Я новое творение. Я новое творение. Я новое творение. Я отказываюсь жить по-старому. Я отказываюсь мыслить по-старому. Я ненавижу старое. Я не хочу старое. Я не хочу наступать на одно и то же. Я хочу двигаться вперед. Я хочу меняться. Я хочу преображаться. Меняй нас, Господь. Меняй нас, Господь. О, щекиро.
Quiero solo sea, quiero solo sea. Твой свет пусть обновляет нас. Твой свет пусть освещает нас. Обновляй нас, Господь. Пусть Твой свет осветит нашу жизнь. Пусть Твой свет войдет в наши дома. Пусть Твой свет высветит все, что старое, все, что ненужное. Пусть Твой свет осветит наши жизни, наши сердца. О, пусть Твой свет войдет в наши сердца. Что этот мир навесил на нас. Все, что этот мир прилепил на нас, Бог, отрежь это все. Отрежь весь этот лишний груз. Все, что удерживает нас. Все, что удерживает нас войти в новое. Покажи, Господь, каждому из нас. Покажи все, что удерживает в нашей жизни. Все, что нас удерживает, все, что нужно убрать, выкинуть, отказаться. Покажи, Господь, может, это какие-то связи, может, это какие-то люди, какие-то привычки, какие-то мысли, какой-то образ жизни. Покажи, Господь, высвети сейчас, Господь. Мы хотим убрать, мы хотим двигаться вперед, мы хотим движения на этой земле неба, мы хотим, чтобы небо двигалось по этой земле, мой Бог, возьми каждого из нас. Обновление в каждой сфере, о, сила обновления, ангелы обновления, Бог прямо сейчас высвободил ангелов обновления в каждую силу, в каждый дом, ангелы обновления, о, щекирома соносея, я прямо сейчас вижу, как ангелы обновления входят в ваши дома. Ангелы обновления входят в ваши дома. О, щекиросоно лосея. О, щеросоно лосея. И когда мы сейчас придем домой, эти ангелы уже производят там работу сейчас. Производят работу, я вижу прямо сейчас. Ангелы проходят по всем комнатам. Щекиросоно лосея. И они производят там обновление. Обновление, щекиросоносе, я вижу, как в спальнях просто этот ангел ходит. И когда ты будешь спать, когда ты будешь ложиться спать, твой разум будет обновляться во сне. Бог будет работать с твоим разумом, с твоим сознанием во сне. Обновление, щекиросоносе, сила обновления, ангелы обновления. Щеросоносе, инструменты в их руках. Они держат инструменты в руках для обновления в каждой сфере. Они будут поправлять все, что дьявол искусно сделал в твоей жизни и преподнес это как конфетку. Ангелы держат сейчас инструменты. Они будут переделывать, они будут обновлять, они будут возвращать все в изначальное положение, изначальное то, как Бог это сотворил, то, что Бог вложил в каждого из нас. Ангелы сейчас будут производить эти изменения в изначальное положение. О, щекирома соносея, щеро соносея. Все, что в Бог вложил ресурсы, все необходимые ресурсы для того, чтобы двигаться на этой земле в Его силе, в Его славе, в Его огне. Ангелы сейчас будут просто расчищать эти ресурсы, чтобы они смогли высвобождаться. И ты увидишь, что в тебе заложено,
какая сила в тебе заложена, какие способности в тебя заложены. О, какие драгоценности в тебя заложены для того, чтобы двигаться по этой земле, для того, чтобы высвобождать силу Бога, славу Бога. О, инструменты, инструменты, щеки ромосоно лосея. Мы славим Тебя, Господь, мы славим Тебя, спасибо, мой Бог. Спасибо, Господь, щеки ромосоно сея. Аллилуйя. Мы идем дальше, мы идем в те дни, где мы будем познавать Христа, Его силу, и мы верим, пробуждение неминуемо в нашем городе. Верим, что меняется на уровне ДНК все. Аллилуйя. Мы верим, что все сейчас меняется. Если поменяется мышление Церкви Христа, то и поменяется атмосфера в городах и странах. Бог говорит, где двое, где трое. Если Бог найдет твоих троих, у которых будет новое мышление, новый разум, новое понимание, эти люди будут искать силу Христа, то пробуждение неминуемо. О, мы жаждем этого нового начала. Мы жаждем это новое начало. Мы жаждем, когда будет работать Бог. Твоя сила, а не талант человека, не его профессионализм. Мы жаждем Дух Святой, когда ты коснешься правительств. О, мы жаждем твое движение, Дух Святой. Когда ты поднимешься на тысячи людей, когда ты остановишь сегодня людей, которые преследуют церковь, когда ты сегодня поднимешь делателей, Дух Святой, сотвори это новое, сотвори этот новый сезон, сотвори это новое начало. Да придет эта сила. Познай силу Бога. Новым мышлением. Новым сердцем. Гори, гори, церковь. Стремись. Поднимутся эти двое-трое. Обновленный разум. Бог поднимет. Поднимет этих личностей в разных городах и странах, которые готовы сегодня к новому движению, которые готовы пропустить Бога.
это делает огонь пробуждения, семья. Огонь зажигает сейчас этих людей, готовые к пробуждению личности, готовые к переменам, готовые к новым шагам, готовые испытать силу Бога. Твою силу. Мы жаждем познать Твою силу, Господь. Мы жаждем познакомиться с Твоим могуществом. С Твоей сверхъестественной силой, Бог. Мы жаждем Твою силу. Великий Бог, приди на эту землю! Из духа новое! Поднимутся из праха эти личности. Мы пророчествуем сейчас новый сезон. Мы пророчествуем сейчас. И говорим, что города будут гореть в огне пробуждения, что сегодня в церкви поднимаются люди, которые готовы шагнуть к новой жизни. Это обрезанные люди во Христе. Они не будут смотреть на опыт христианский в прошлой жизни. Их не захватит вчерашние учения. Их не захватит вчерашние, их захватят вчерашние ошибки. Они сегодня будут в движении Бога и захвачены Его присутствием. Эти люди ищут силу Бога. Эти люди не ищут успех в этом мире. Они не отталкиваются своих знаний и мудрости. Эти люди движимы небом во имя Иисуса. Да будет так в каждом городе. Да будет так. Новая сила. Бог говорит, талант больше не работает. Твой профессионализм без Бога — это движение в другую вообще сторону. Бог хочет тебя наполнить своей силой нового дня, силой новой мечты, силой призвания. И это есть сейчас в атмосфере. Бери, человек, независимо, слышишь ты или нет, сейчас понимаешь ты духом, то есть или нет, просто говори, я беру, Господь. Я беру этот новый день, в котором я еще не был. Я беру. Наши города. Они встанут из праха. Они поднимутся. Потому что Церковь Христа решила двигаться сегодня дальше. Будут захвачены новые территории, новые сферы. Церковь будет доминировать во многих сферах. Церковь будет иметь силу и влияние на этот мир во имя Иисуса. Люди будут приходить за советом служителям городов и стран.
пасторам, к апостолам, к учителям. Бог забирает мудрость у этого мира, я слышу сейчас. Воу! Мудрость возвращается в тело Христа. Мудрость возвращается в церковь. Здесь. Здесь мудрость живет. Здесь его идеи. Здесь его мечта. И в церкви позиции для каждого. Приходит полная свобода от демонической зависимости и демонического контроля. Приходит полная свобода религиозного контроля. Пошел вон во имя Иисуса Христа. Дух контроля, который преследуешь людей. О, дорогие, это сейчас победа. В духовном мире что-то свергается сейчас. Если Дух Бога призывает нас молиться об этом, значит, что-то сейчас происходит в духовном мире. О! Аллилуйя! Свобода! Свобода! Тобой даже не будет твои начальники на работе управлять. Свобода! 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 Я вижу, как это сейчас Духом Святым. В свете отодвигается от каждого. Это контроль. Это рабство. О, прямо сейчас отодвигается в своей жизни. О, ты почувствуешь себя свободным. Ты будешь произвольно двигаться в Духе. Небесный Отец, Иисусу Духу. О, дорогие, это на духовном уровне сейчас происходит. Свет Бога оттесняет демонический контроль, религиозный контроль, человеческий контроль. Бог говорит, если ты выбираешь меня, ты свободен. Ангелы обновления делают свое дело. Они приносят тебе в этом элементе идеи, стратегию, мышление новое, понимание о сущности Бога, о Его силе, о том, к чему тебе нужно стремиться, о том, кого тебе нужно познавать в первую очередь. Спасибо, Иисус. Спасибо тебе, Дух Святой. Это сила. И этого не хватало. Достаточно.
одной секунды. Одной секунды тебе, чтобы ты почувствовал свободу. И вот именно в это время Бог наполнит тебя своей мечтой. Он не может тебе дать мечту, когда ты еще раб. Он не может тебе дать позицию, когда ты находишься в позиции раба. Он не может тебя перевести в новый уровень, когда ты отдал свою жизнь в руки человеку. Он не может тебя поднять, если ты сам себя научился контролировать. Аллилуйя! Многие люди сегодня получат свободу. Это высвобождается сейчас в атмосферу. И мы знаем, насколько молитва имеет силу и влияние в атмосфере городов и стран. Я провозглашаю сейчас во имя Иисуса Христа полную свободу во Христе. Аллилуйя! Люди, будьте свободными! Иисус умер и воскрес за ваши грехи, болезни, прошлое, настоящее и будущее. И никто не имеет права управлять вами. Мы дети Бога. И наша жизнь в Его руках. Ни болезнь, ни какая-то еще другая сила, которая пытается нас остановить от призваний, от мечты Бога, не остановит, потому что Бог не допустит этого. Высвобождается сила свободы на каждого, кто верит в Иисуса Христа. Это свобода, о которой мы даже не мечтали. И никто не может рассказать. Отдельные личности могут сказать, как быть свободным во Христе. Но в основном церковь сегодня находится в рабстве традиций, учений, старых принципов и пониманий. А Бог говорит: познай меня в новой силе, в новом дне. И я прошу вас, дорогая семья, идите в новый день. Идите в тот день, где вы будете свободными. В тот день, где вам не нужно будет больше сражаться. С мыслью о том, что выбрать. Работу или церковь, пожертвовать или нет, церковь или отдать налог, ты будешь свободным. И это будет знамение в твоей жизни, когда ты будешь выбирать волю Бога в первую очередь. И это будет знамение, когда Бог положит в твое сердце жертвенность во всех сферах. В твоем времени, в твоих финансах, в твоей профессии. О-о-о! Знамение Бога, которое покажет тебе уровень твоей свободы, приходит в жизнь. Без борьбы ты будешь принимать волю Бога. Противостояния не будет, если ты выбираешь сегодня Христа, если ты выбираешь сегодня путь Иисуса, иди и спасать нации, души, масса людей, идут в ад, семья, и у нас есть работа, и необходимы служители и делатели. Бог ждет тебя. Он ждет, когда ты примешь решение
стать свободным. И я свободный, Господь, потому что я выбрал Тебя, Иисус. И мы знаем, что Ты сейчас поднимешь нас в новый сезон. Прорыв неминуем. Пробуждение неминуем. Наш город Вюрцбург, он будет гореть в огне пробуждения. Начал гореть. Уже этот огонь виден из разных точек мира. Уже! Уже! Бог выводит людей из старой жизни. Бог высвобождает сегодня. Вестников, которые расходятся в разные стороны, на север и юг, восток и запад, чтобы собрать людей, которые придут на пир Христа, которые сядут за стол Иисуса. И не будет там мест пустых. Вестники в разные стороны мира, которые несут огонь пробуждения, которые говорят церкви: церковь, проснись, церковь, проснись, церковь, проснись, церковь, проснись, церковь, проснись, церковь, начни молиться, церковь, начни взывать, церковь, убери все концерты, церковь, убери все чешские проекты. Церковь, один проект, один молитву! Молитву. Свобода приходит. Свобода. Свобода. Они кричат, только свободные. Выходи из рабства.
молись, просто кричи. Слышит крик сейчас получит исцеление. Я не шучу. Прямо сейчас тебе не нужно ни с чем молиться. Никакой молитвы, никаким словом. Крик! 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 Кричи! 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 Когда ребенок рождается, он кричит! Это первый признак жизни! Кричи! Кричи! Громче! Кричи! Церковь! Вот она! Кричи! Кричи! Свобода! 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 Кричи! Кричи! Кричи, не стесняйся! Это мой прорыв! Сейчас ты почувствуешь, кричи, кричи. Свобода. Кричи, крик, крик, живые, живые. Кто-то рождается сейчас, кто-то становится новым.